Это видео о том, как государство собирает деньги с предпринимателей во время пандемии. Схема довольно простая. Кто-то доносит на какую-то компанию, что там сотрудники сидят, не соблюдая дистанцию и без масок. Сотрудник Акимата заходит, снимает видео, что все сидят без масок, и потом говорит: друзья, я вам предлагаю три варианта. Первый вариант. На каждого сейчас мы заводим штраф по там какому-то количеству МРП. Это выходит 80 тысяч тенге с чем-то. Второй момент. Мы оформляем на ТО штраф 500 МРП. Это где-то от 600 там, до 1,5 миллиона тенге в зависимости от ТО происходит. И третий случай, говорит, да, просто на пятерых человек оформим. И это по сокращенной скидке 15 МРП. Это выходит где-то 200 тысяч тенге штрафа. То есть сумма маленькая. И, конечно, любой предприниматель соглашается на эту маленькую сумму. И все. Вот так государство легально у нас собирает деньги. Сейчас в Алматы работает 8 таких групп. Остерегайтесь, предприниматели, и носите маски. Будьте здоровы. Я хочу обратиться к бизнесу. Вы сейчас находитесь в тяжелейшем положении. И с каждым днем ваша ситуация будет ухудшаться. Не пытайтесь отсидеться где-то в стороне. Мы построим свободную страну, где будут возможности для развития и бизнеса, и всего другого, которая характерна для свободной и сильной страны. Подключайтесь к борьбе, помогайте активистам, финансируйте наши политические движения, и мы завтра добьемся успеха. Алга Казахстан!